Всем привет! Иногда, создавая видео в Garry's моде, появляется необходимость, чтобы ваша камера следовала за каким-нибудь объектом или просто плавно перемещалась с позиции А в позицию Б. Простое использование инструмента Moving Camera позволяет нам сделать это максимально качественно. Перейдем к самому инструменту. Ползунок обозначает промежуток между камерами. 1 десяток – это 1 секунда. Всего доступно 10 секунд. Поставим, допустим, 1 секунду. С помощью левого клика задаем первую камеру, вторую камеру, третью камеру. Важно, чтобы минимальное количество камер было 3 штуки. Иначе инструмент выдает ошибку и просто не работает. Нажимаем клавишу 4. И у нас получается вот такой вот кадр. Для того, чтобы увеличить промежуток, просто задаем новое количество, ставим новую камеру и нажимаем клавишу 4. Теперь у нас между камерами 2 секунды, не 1. Чтобы выйти из этого режима, нажимаем клавишу 4. Иногда возникает проблема, когда вы, например, ставите камеры вот таким вот образом. И камеры это будет видно по-любому. То есть вам нужно как-то спрятать. Делать это тоже очень просто. Просто берем свет, ставим прозрачный и закрашиваем наши камеры. Нажимаем клавишу 4. И получается вот такой вот симпатичный кадр. Инструмент очень простой и полезный для вашего видео, для вашего творчества. Надеюсь, урок был полезен. Всем пока!